Привет, меня зовут Сергей Полозов, и я муниципальный депутат района Чертаново Центральный в Москве. Друзья, ситуация, которая нас сегодня окружает, к сожалению, не радужная. Мы ежедневно получаем информацию о новых зараженных и о новых жертвах коронавируса. В условиях повышенной опасности заражения новым коронавирусом нужно оставаться дома и не выходить на улицу. И такая практика, когда первые лица государства призывают соблюдать меры предосторожности, уже существуют в ряде стран и показывают свою эффективность. Давайте сделаем же все возможное, чтобы помочь медикам побороть распространение вируса. Ведь вынужденная изоляция может пойти нам на пользу. Мы можем сделать то, на что раньше не уделяли время, на самообучение. Я, например, изучаю итальянский язык на YouTube-канале Полиглот. Выспитесь. Мы об этом мечтаем каждое утро, когда встаем на работу, ведь правда? Сформируйте правильные привычки. Делать зарядку по утрам, ложиться и просыпаться в одно и то же время, готовить правильную еду. Уделите время своим близким. В такой сложной эпидемиологической ситуации дом – это самое безопасное место. Давайте будем ответственными, не будем подвергать риску ни себя, ни своих близких, ни окружающих людей. К сожалению, опасность заражения вирусом по-прежнему реальна. Посмотрите на примеры, опять же, этих других стран. Не надейтесь на русский авось. Вирус может коснуться самых дорогих вам людей. Сегодня, мне кажется, мы должны сказать спасибо всем врачам, которые каждый день рискуют жизнью ради нас. И лучшая помощь этим врачам – это оставаться дома. Только наша сплоченность и самодисциплина поможет побороть этот вирус. Московские депутаты по-прежнему остаются на работе. Кто-то на удаленной, кто-то на земле работает, помогая нашим избирателям или формируют законодательные какие-то решения, которые помогут в этой сложной ситуации. Помните, на кольце у Соломона было написано «И это пройдет». И от наших действий сегодня зависит, как быстро это все пройдет. Пожалуйста, берегите себя, оставайтесь дома.